Hello, hello. One, так, two, three. К сожалению, лагает сервера, hello, hello. Сейчас там администрация посмотрит, и, скорее всего, анализирует серваки. Hello, hello. Сейчас там администрация посмотрит, и... Okay. И у меня на телефоне like пошла реклама. Про i9 процессор. Like this, right. Intel. Очень дорого Intel стоит. Не покупайте Intel. Очень-очень дорого. Берут... Ну и сейчас у нас... Так, go, окей. Сейчас у нас матч за 3-4 место. Так, давайте начну запись вот отсюда. Пикнули у нас Трайхард, Apex. И третий у нас Абидос. Здесь у нас Димон, и здесь у нас Шторм. Okay, Димон and Storm. Все, поехали. Okay. Перезапускаю таймер. Restarting a timer. И поехали, 15 минут. Надеюсь, let's что go 50 minutes. Раз у нас ничего лагать не будет. For this time with no lags. Первую запись я также там удалил, потому что были лаги в сервере, непонятно почему. Сейчас ПГ там все починил, и все отлично. Сразу смотреть как-то приятнее, комментировать сразу же захотелось, потому что лагающих игроков комментировать не очень удобно. Lagging players, yeah. И сейчас мы были практически на одном месте, Шторм с Тутти Фрутти и были на джампаде, но... Ой, отличный ГБ от Тутти Фрутти. Great GB of Tutti Frutti. Экономит одну ракету. Одну ракету используют после плазмоклимба, офигеть, как овчарки, точно так же он поступает. 2000 ровно при телепорте. Нет, рек Димона не защитен. Димон трекает, нот. И первое уже прохождение сейчас будет за Димоном, давайте за ним доследуем до конца. Просто тихонечко. О, чё? Ой-ой, не долетает, не долетает, решил кильнуться и... That's better. Да, начинает заново. Шторм сейчас находится по центру на этом мосту. Storm on the center of this bridge. Кстати, у Шторма очень классный стрейф, и он может на стрейфе здесь вытащить, потому что стрейф достаточно много. Но также he can win his home, because there's lots of strafe in this map. Нужно сделать очень but also had plenty of rockets in this map, and the plasma climb and stuff, so... Так, все получается, у Шторма вылетает он с телепорта. Storm doing well, he's doing from teleport. Буквально just пара ракет его отделяет от финишной прямой. Couple of rockets splits him from finish. Буквально с тысячи пытается долететь, не получается, нужно было хотя бы немножко себе, наверное, he's trying to reach it from a thousand. Под себяшками как-то накидать своих шумцов, но не получилось, get, возможно, решил не рисковать. Тем не менее, 13 минут у нас еще в запасе остается. But he still got 13 minutes, lots of time. Грубо говоря, только началась. Так что duel just began, so развязку мы в любом случае увидим. Немножечко we'll позже, see the а я напомню, что Трайхард это пик Undead Демона, Апекс это пик Demon. Шторма, и Абидос, если понадобится, Storm. Будет третьей решающей картой, на которой if necessary, we'll give you a third card, third map. That will help us to decide who will get the bronze prize in third place. Но в контроле с ракет видно, что, может быть, немножко не хватает. У Димонов, во всяком случае, получается Storm lacks a little немножко control более, чем rockets. Стабильно. Ой-ой-ой, как хотел бы не делать, очень классно. Решение, импровизация в прямом эфире. Это очень круто. Wanted to improvise. Достаточно топовые игроки пытаются it's always very nice to look how kind of very good players try to rule out the really complicated spicing. It's way more interesting to look than like prepared routes, prepared spicing. Потом из них можно вырулить. Way more interesting to look at these unpredictable moments. To see how kind of experienced players rule out these unpredictable moments in some certain place. Итак, so, до сих пор никто еще не финишировал карту. Nobody haven't finished yet. Шторм сейчас Storm is очень близко к этому. Very close to it. А
Так, доклимбливает, все получается. It's finalizing climbing. Делает под себя, going to teleport. 200 упсов не самое удачное. Но тем не менее, этой скорости должно ему Around хватить, чтобы пересечь эту яму. Not и хватает яму it's... на краешек, приземляется, делает гранату и скрестит. Первый раз сейчас пройдет шторм эту карту, отлично таймит гранату. Неплохие ракеты, абортик и... Great timing with grenade, not bad rag rockets. Он borders. Наверх ему надо. Storm already knows, he has to go up. What to do next? И финишируем. 1.17 у Шторма. He finished. 1.17 у Storm. Фирменные три восклицательных знака. И находится сейчас тоже на очень важном рубеже. Очень много скорости. Здесь border. Сейчас может вылететь 1700. Подсебяшка. 1700 еще подсебяшка. 2000. Boost again. 2000. Good rocket jump. Good rocket jump. And... Отлично, залетает наверх. He gets to gets up. И 54.2. Перебивает шторма. Времени остается. Doing better than Storm. 9 minutes left. И вполне еще есть, есть еще время. There's still quite enough time to. Есть возможность для шторма изменить это все дело. Lots of chances for Storm to turn the tables. Но что я, как я вижу, Шторм не особо готовил эту карту. I can see Storm didn't prepare this map very well. От Tutti Frutti, he didn't expect that Tutti Frutti will play this map exactly. Tutti Frutti пикает ее уже второй раз. He picked it second time. Против Овчаркина пикал. Against Овчаркин and также. Again now. Пикает против Шторма. Picks against the Storm. Вот говорят в чате, что chat, по-моему, Шторм вообще ничего не готовил, кроме Кампача, да, может быть. Seems like Storm didn't prepare anything except Contage. Maybe, maybe. Who knows? Итак, что мы видим? Что so, мы видим? What's going on? Я думаю, он не ожидал пройти дальше этой четвертой. Да, может быть. I think he didn't expect to kind of get further than the semi-final. Что-то я отошел, вернулся, тут то же самое, что я пропустил. What did I miss? Кто не в курсе, я напоминаю, что... Let me remind you. First time. Шторм... First time Storm... Первый раз у нас сервер... First time server was lagging quite badly. И... So we had to restart it. Нам починили лаги на сервере, теперь we'll мы начинаем немножко заново. Now we естественно, starting all again. И 7 минут уже остается. 7 минут left. Половина раунда прошла и... We're и halfway вот there. Проходит основной рубеж. Основной Tutti Frutti gets the main part. And... Очень классный роуд у Димона. Очень много It's скорости good здесь road, развивает, 1900 на выходе из телепорта. 1900 на выходе из телепорта. Немножко не долетает, Not потому что ему не везет, но ничего страшного, бывает так же, оба начинают сначала. У Шторма Starting было again. Видно, очевидно, что проблемы он испытывает при прохождении этой карты. Storm has some problems но, on this map. Тем не менее, он ее тоже прошел. И если Шторм ее просто пройдет чистенько, этого будет более чем достаточно, если он вдруг get на clean time. Сделает it will become quite enough, and he can play it back on FX. Перейдем на все на третью карту на Abydos. When we will go to the third map to Abydos. Oh, no problem. Так, Димон проходит основные плазма климбы. Demons gets 900 вылетает 200 после climbs. Еще 2400 скорости, очень, очень много скорости. Gets out. Пролетает lots of speed. Сразу же после rocket jump залетает. Oh, и gets это, after rocket jump. Скорее всего, просто победа. Невероятный роут. Еще и ГБ Most likely it's a victory. Без прыжка. Now getting a round boost. Просто финишируй.
Just finish it! Ah, no, gosh! Такое прохождение! Просто невероятный ролл! Fail such a good time! Просто невероятно! It was unbelievable! Киньте кто-нибудь еще раз, вдруг смотрят американцы или, ну, англоязычные люди, киньте еще раз, пожалуйста, ссылку, чтобы там английские. If some English-speaking people watching. Yeah, that was pretty hard. Really impossible. You had lots of speed and... Да, спасибо, Шериф. Thanks, Шериф. Massive time. Просто если я начну в браузере и лозить, у меня все залагает. If I'll get messed with my browser, it will lag quite hard. У Шторма, к сожалению, не очень хорошо получаются пушки, тем не менее... Unfortunately, Storm is not very good with guns, but it's not very big map, and... Да, спасибо, Пус. Thanks, Пус. И... Ой, сервер немножко подлагивает, да? Server's a bit laggy. Да, это у Димона, видимо, что-то подлагало. Yeah, Twitter Free is lagging a little bit. Ничего серьезного не будет, я слышал, что у Димона были некоторые проблемы до турнира с компьютером. I hope people not mess up his, и он мог вообще не участвовать, потому что там прямо серьезные какие-то проблемы. He had some problems with his PC, and it was even possible for him not to get into the tournament, but he fixed it. Getting lots of speed on the jump pad. Этот этап прошел, 5 минут остается, но фейлит Rocket Jump. Was quite quick with this event, but he fails Rocket Jump. Yeah, this time we're lagging quite a lot. Так, Димон на джампаде. Get ready to jump pad. Let's look what's he doing. Но этого недостаточно, чтобы перелететь эту яму. Лучше it's not enough speed to get through this. Обычный ракет джамп от стены или либо делать очень хороший. There has to be done a good rocket jump or rocket boost. Отличный роут, он отлично здесь срезает вот эту змейку. He got very good roll. Шторм, в принципе, более-менее вроде бы привыкает к карте. Storms get used to the map, не знаю, он скорее всего... Ну, не то чтобы скорее всего, мне кажется, что... Probably, I think... Шторм уже не особо старается, понимает, конечно, что... I think he's not trying well. He understands that it's a quite hard map to him, and it's going to be quite hard to beat Tutti-Frutti. Tutti-Frutti gets lots of speed, gets some teleports, boosting to 2400, 2500, gets the rocket, and he fails again. He tries to do it properly, and he cannot do it properly. Rocket jump, and he's not doing it. Not doing it. He would get 52 seconds if he wouldn't fail, but he fails ground boost and power boost. And yeah, he can get him below 40 seconds with this time if he would not fail anything, but... Просто валидол. Я не знаю, там овчарка закидывается, Димон тоже, наверное, овчарка не кидывается. Овчарка himself, like, lots of tranquilizers. Because he got very, very nervous from last duel. Не получается у него пройти некоторые этапы. Storm started again. Димон not very good with some проходит part of the map. Середину карты. Tutti-Frutti gets through the middle of the map. По крайней мере, lots of speed. It's very stable. 2000. 2000. Не получается под себя, но тем не менее, он успеет пройти. Юзает роут овчаркина. He is a овчаркин роут. To get through it. И Enter спокойно ложит плитку в это время, да. Well, Enter. 4 секунды, по-моему, он не успевает. Хотя, может перебить. Нет, Rocket Jump не получается. No, he failed again. Failed Rocket Jump. Но это не критично. Остается 2 минуты, и Шторм по-прежнему не улучшил свое время. Storm still haven't improved his time. Потому что... He got very... Карта на целую минуту, и 2 минуты — это 2 полных прохождения. The entire completion of the map takes 1 minute, and the 2 minutes is just basically 2 attempts to get to the end of the map, so lots of fails from the beginning. Шторм задом залетает, все техничненько исполняет, все красиво. Не получается у него Rocket Jump, полторы минуты. Not getting good Rocket Jump. И Димон сейчас one может half minute. Успеть. He can do something.
he has some time to finish the map. Антон, если вы пройдете на DevComs, вы поймете всю историю событий и будете писать глупости вроде этой в чат. Я бы на вашем месте так и сделал. Effect was writing something in chat. Минута времени. Может еще Димон успеть выиграть так же, как и Шторм. Шторм прошел. Например, или эффект, да. Да, я вижу, но ты спрашиваешь. У нас прошли квалификации к этому турниру, Антон. He's asking квалификации. Целых три штуки. Ranting about qualifications. Мы не раздавали инвайты. Итак, Шторм сейчас, кстати, people. На последнем рубеже. Storm was on the last border. Просто немножко еще пройти. He got only something left to... only little left to... Ну это уже другой вопрос, Шторм. Все, не отвлекайте, я не буду с вами разговаривать. Don't disturb me. Да, I'm not gonna look in chat for the completion. Итак, минута, минута 0.5. 1 minute left. 1.05. No, Storm. Not getting it. 20 seconds left. Oh, Storm failed again. Yeah, will not improve his time at that point. 18 киляется и... Остается совсем мало времени, не хватает, скорее всего, не хватит ему, что... Не хватит времени, слишком мало, слишком большая карта была выбрана, и переходим мы, скорее всего, на... Too big map, so it's like... Переходим мы... Most likely the final run on this map. Apex. And... We're done. Next map is the Apex. Apex пик Шторма, скорее всего, Шторм ее подготовил. Storm picked может Apex. Быть, даже... Probably he prepared it. Увидим что-то интересное. Maybe we'll see something interesting. Димон пока еще коннектится. The foot is still connecting. И поехали, обновляю. Oh, so let's go, start the timer. Так, Шторм явно что-то знает про эту карту, как мне пока что Storm кажется. Definitely know something about this map. Не без знаний. Карта для нас новая, мы ее еще не видели. We haven't seen this map yet. Видно, видно, что у Димона заготовлен роут. It's quite obvious that Terrifier has some roads prepared. Так же, как и у Шторма, безусловно. Storm has also have prepared something. No doubt. А, да, нет, я подумал, сейчас вниз падать будут сразу. He's gonna fall down. Пушек, а все пушки получают. But they'll get their guns. Надо кнопку юзать. You have to use a button. Anyways. Ну, я надеюсь, никак эти двери не помешают игрокам 15 минут показать свои лучшие результаты. Я очень на это надеюсь. The capability to show the best time, I hope. Что они не будут одновременно проходить карту. They will not get to this point at the same time to mess each other's timing. А, сейчас закроется! Oh, it will close! No. Нет, все хорошо. Отличная подсебяшка от Димона, давайте проследим его действия. Great boost from Димон. Let's look at his actions. Забирает красный, не делает double jump, red one. Не получается. Слишком... Not doing double jump. Messed it up. Неправильный спейсинг. No, best spacing. Storm gets further on. Нет, failed. No, he failed. Не проходит. Failed rocket jump. За три минувшие минуты никто пока что не. With 3 minutes passed and nobody has completed the map. Так, 900 при вылете 950 забирает красный и. 950. Он не flat off. Attack the red and. Так и Шторм на том же самом моменте, к сожалению, падает. Storm the same. Будет ли проходить? On the same place. Will he? Хочет сделать выпрыг. Will he finalize the map? He tries to jump off. Получается.
Все хорошо, подбирает ракету, rocket jump. Very good, gets a rocket, rocket jump, and... Еще один rocket jump, но не самый удачный. And not very, very, very lucky, so he fails again. Да, не получается тут у шторма момент с рокет джампом. Димон тем временем также пытается его исполнить, но это такая карта, естественно, не самая легкая, как и все остальные, потому что... Not easy map, like the other ones. У нас финал вообще-то. Because we have a finale in here. Борьба за третье-четвертое место, это тебе не хухры-мухры. Fight for the third and fourth place. It's not easy stuff, so... Да, карты из разряда, пока сам не поиграешь, ничего не поймешь, да, верно. It's meant you have to play for yourself to get it, to get how it play, how it feels. Не получается дубл джамп у шторма, но у Димона все получается в этот раз. И может он сейчас пройти, и скорее всего будет здесь бороться до последнего, будет проходить эту карту полностью. Probably he will fight to the end. Немножко нервничает, видно, что ручки, a bit nervous. Ручки нервничают. His hands a bit shaking. Зацепляет, к сожалению, лампу там на стене. И... Да, тут нужно быть очень аккуратным, wall, здесь нужно закидывать ювелирные ракеты, либо вообще вот так, really да, все очень неплохо, и Димон может сейчас финишировать карту, может сейчас финишировать на ВХ, но тем не менее должен залезать туда, залезает наверх, все получается, he climbs. И climbs up and finish. И первый тайм ставит Димон, пока что лидирует по картам. 2 to 40 gets the first time. Шторму, я думаю, нужно постараться получше. Storm has to... Try harder. Мы видим, да, что Шторм заиграл, в отличие от первой карты, так как эта карта Storm's у него была готова, он ее пикнул не просто так. Storm prepared his map, he picked it for a reason. Not like the first one. Так, Димон снова на ракетах. Зафейлит in the rockets again. Not fail this time. He failed a little bit. He can improve it. Да, и скорее всего должен здесь улучшать. Не получается, опять же, 2x. He probably will improve it, yeah. Not getting 2x. Kills on start again. Storm was on the rocket. Давайте за ним проследим. Let's follow him. Не получается пока что у шторма стабильно залетать туда наверх, но рампы не из простых, прямо скажем. Stable ramp on top of there. It's not an easy one. Он просто, как будто бы с долей агрессии. He's like, quite aggressive. Да, залетает шторм в телепорт. Storm gets into teleport. Заходит, и сейчас, если не зафейл, 90 seconds. And if he'll not fail, то может перебить Димона. He can beat Demon's time. Итак, 2x. So 2x. Отлично ловит, делает 1.5x, грубо говоря. Great one for 5x. And he gets speed and finish. Перебивает Димону. Димону. Перебивает Димона. And he beats Demon's time. Yeah, of course, success. Out of gates. Так, Димон на рампе, нет, не получается. Димон's on the ramp. Смотрим за штормом. Not doing it. Let's watch what Storm's doing. Забирает ракету, забирает красный. Take the rocket, take the red one. Здесь нужно впритык к рампе, естественно, нужно впритык к рампе. You have to get really close to the ramp. Игроки должны понимать. Players have to understand that. The spacing is. Такой спейсинг встречается нередко. В целом, he's quite often in the track. Димон пересекает 18 секунд. Димон traverses 18 seconds check. And прямо видно немножко нервничает. Не то что даже немножко. It's obvious. He's quite nervous. Димон, leave. Димон. Так вот, шторма получается почти дабл джамп, не залетает, double jump. Снова начинается оба на старте с ракетами. Никто не бьет плазму, естественно, потому что плазма для... Ага, вот перед шторм, вот первый раз у нас.
закрылась прямо перед штормом, потому что он, может быть... Джонс Клоуд right before the storm. 16 секунд, залетает Димон в телепорт, бьет ракету. Димон gets in teleport, gets a rocket. Ааа, Димон, давай, дожимай, дожимай! Go, finish it! Делает 1.5x. Gets 1.5x. Отлично, залетает. И может сейчас перебить шторм, да, перебивает на... And he beats the storm. На секунду, практически, на 2 секунды. On an entire second. Вот она, мгновенная карта, мгновенная карма, да, такая в лице шторма. It's like instant karma. Хотел бы нажать кнопку и попасть в дырку, а она хова перед тобой закрывается просто. Instant karma for storm. You want to mess up the door spot in the opponent, but the door spot's right beside him. Просто побыстрее пройти, отличные подсебяшки, кстати говоря, от Димона. 23 needs just to complete the map, and... Oh, it's lagging a little bit. Да, там фраг я обязательно жду. Да, в Викатри очень круто играется, на самом деле. This card is, this map is quite good in Викатри. Так, отличная рампа от шторма. Storm gets the ramp. Шторма, кстати, на самом деле очень быстрый финиш. He got quite fast finish. Намного быстрее, чем у Димона, и... Way faster than a Twitter Friday. Ой, я ракету не забрал. Oh, he didn't pick the rocket. В принципе... И Димон не нажал and кнопку, все начинается нервяк, остается 5 минут. Starting to get nervous. Only 5 minutes left. Начинается небольшой нервяк. Begin to get a bit nervous. Димона. Good boost from the man. Опять же не взял ракету. Once что? Again, he missed the rockets. Так, шторм вылетает, пока что все хорошо у него получается, одна ракета в запасе. Storm gets up, подбирает has only one rocket. Красный, не попадает на рампу, к сожалению. Not getting to the ramp, Димон unfortunately. Начинает. Димон begins. Отличный уровень, кстати говоря, демонстрирует Димон и... Димон shows great skill. Очень красиво исполняет ракеты. Quite beautiful performance with the rockets. Так, Димон, у Димона очень классное начало, 3-8 первый чек, Димон это очень хорошо, по-моему, плюс где-то 500-600, в отличие от plus остальных, 500, да, вот он тоже 3-9 чек первый, Storm gets попадает 3.9 на рампу, залетает телепорт, gets on the ramp, gets to the spot. Делает плазма джамп, doing plasma jump, and... Да, но вот эти рампы, вот эти спейсинг на рампы, они разбивают. Really kind of mess you up. Потом, ну не то чтобы сбивают, как not они like mess you up, были, наверное, потренировать немножко. They have to prepare a little bit. Потому что там все очень даже попадается, в принципе. Because ну, может быть, не хватает, может что-то еще, как знать. Maybe there's something else. Шторм пытается пройти стрейфом, но у него не получится. Storm tries to get strafe, but will not do. Менее 4 минут. Less than 4 minutes left. Димон по-прежнему пока что лидирует. Димон still разница in the lead. Difference is 2 seconds between them. Хороший шанс, кстати говоря, Storm had a good chance. Рампу, залетает телепорт. Gets a great ramp into the teleport. Залетает, 17 минут, ой, 17 секунд. Get it 17 seconds. Выпрыг, но and... не хватило, к сожалению, тут стрейфа. He mess up his strafe and... Так, Димон вылетает, 900 скорости. Demon flying out and 900 отлично, speed. Отлично, залетает в 16 секунд телепорт, получается еще и... Gets into 16 seconds teleport. Получается выпрыг, но не самый удачный, тем не менее. Jumping он out. Проходит, берет ракету. Takes the rocket. Ай-яй-яй, не получается, к сожалению. He's not doing it. Не попадает на пад. Немножко перенервничал. You messed up the jump pad. Симпровизировал немножко, но не получилось. Шторм. Try to cut corners a bit, but... Отличный вылет. 4-1 первый чек. 4.1 first check. Джампад немного, да? Да, успевает. Попадает телепорт, на 18 секунд заходит. Получается выпрыг. Get 8 seconds. Берет ракету. Хороший. Jumping out, get rockets. Да, вторую, к сожалению, фейлит. Не получается. Fail the second one and start again. Ну, Димон в этом плане более стабильный роут. Димон is a bit stable роут in this one. Он очень хорошо придумал этот момент.
This moment is quite good thought out. Ой-ой, почти наверх залетел Димон. Someone gets on top. Так, у Шторма тоже тут все достаточно неплохо, не выпадает, к сожалению, на рампу. Как Storm messed up the ramp. Полетолом, может, закинулся Шторм. Maybe he needs some tranquilizers. He's really nervous. Остается менее двух минут. Less than 2 minutes left. Всем вновь подключившимся, привет, это у нас третья, четвертая. All that's new in here. Hello. It's the second map for the third and fourth place on our tournament. Финал Enter против Овчаркина. Then we'll get to finale. Enter versus Овчаркин. Играет Изику CPM. CPM Physics. В одном месте практически идут сейчас Шторм с Димоном. They're almost in a single place. Но Димон фейлится. But Димон fails. And Storm not picking up the rockets with the armor. Не так важно. Armor is not like significant, там but главное брать ракеты. Main is to get the rockets. И напомню всем, кто может быть не знал или кто Let me remind you. Забыл. 10500 рублей. 10,500 rubles. Призовой фонд. It's a prize. Буквально вот сегодня. It's a prize. We've added 500 rubles. It's about за который борются $150. Господины. That's what they're fighting for. Так, Димон залетает в телепорт. Димон gets to teleport. 16.8 примерно, делает хороший выжиг. Забирает ракету. Jumping out. Gets a rocket. Jump и попадает. Нет, Red rocket jump. And fails, unfortunately. Storm также фейлится. Storm is also failing at this point. Все, стоп. Время stop. Time's up. И побеждает And в итоге Tutti Frutti, забирает Tutti Frutti gets the victory, getting the third place. Большой Congratulations. Молодец. Все у него получилось. Давайте посмотрим на сетку. Let's have a look Storm at our. Storm также занимает четвертое призовое и тоже заберет. Storm gets a fourth place. Gets a little bit. Пусть Storm далеко little не piece отходит, of cake. Нам нужны будут его контакты, чтобы. We're still gonna need his contact to Hoppa, 2x. Give him the prize. Привет, Кет. Да, вот такие дела. Oh, that's good. И сейчас будем смотреть Овчаркин на Enter. Now we're gonna look at the Овчаркин versus Enter finale. Я буквально на секундочку отлучусь. Let me get out for a second. Okay, well, he's away, so If you need something, tell me like a louder volume or something. And also, let me just quickly tell you, I'm making a game. It's Bunny Hop in VR for mobile platforms. You can play on a cardboard. You can play without a cardboard. Called BHVR. We if you're interested, I can drop you a download link. We've imported some maps from Defrag, some nude maps, some cool maps, and Beatrix Strife. And has slick mechanics and stuff. I mean, it's quite nice for Android platforms and for desktop. Yeah, I do. Итак. Thanks. If you tried it, please leave some feedback on the server or anywhere. Так, view настроены, давайте перейдем. Okay, view set up. Pick and ban. Let's go pick and ban. Финальная стадия. No, I'm an Unreal Engine. We're doing Unity против Enter. Of checking method. We're making Defrag 2.0 on Unity. Сначала играем первый пик. Первый пик это Овчаркин. Овчаркин picks first. Его карту. We play CPM. His map. Next Enter. Точнее, баны, вначале баны, потом пики. Oh, first ban, and then picks. First picks, Привет, and then Firebird. Sorry. Так, что-то там на сервере происходит, давайте. Oh, yeah, you're welcome, thanks.
Так, Овчаркин, да. Овчаркин. Овчаркин банит первый, все там. Bans the first one. Большие уточнения были. Давайте поднимем щиты за тех, за кого болеем. Awesome. Белоруссия, Россия, really противостояние, как старые добрые, Квейкон. Не помню точно какого года, но помню, что такое было. Do you know what our server is? So, should I give you a link? Итак, первый бан от Овчаркина это Stomp. First ban from Овчаркин is Stomp. Stomp мы, к сожалению, вообще не увидели на турнире. Unfortunately, we haven't seen Stomp at all. Играть ее на варкапе. That means we'll play it on Warcap. Далее банит у нас Enter. Oh, nice. Enter bans. Apex. Yeah, I did bunny hop in VR. You can play it on your phone. Овчаркин. ЦПМ. Овчаркин picks Medivh. Первую карту мы увидим Medivh в ЦПМ. First map gonna be Medivh in CPM. 15 minutes. И Enter пикает Abydos. Остается у нас Enter picks Abydos. Финальной карта, если Enter hard as a final map. Перейдем на сервер к игрокам. Let's go to the server. Have a look at the players. Yeah, Moscow is gonna be a mess. Надеюсь, все будет хорошо. The battle. Да, очень жаль, что мы не увидим Stomp. Да, вроде It's so sad we ain't gonna see a Stomp. И все. Okay. Поехали. We're good to go. And... Удачи игрокам. Good luck, guys. Победит на этой карте сильнейший 15 минут. That's the strongest win. 15 minutes. Go, go, go! These guys are insane. Так, первый, кстати, финиш у нас был. First я finish. Прозевал, это Овчаркин 18-9. Овчаркин 18.9. Это easy для Овчаркина. It's quite easy for Овчаркин. Пока что начало буквально даже Great минуты не прошло, и Овчаркин Not even a minute, и Овчаркин gets awesome results. Ставит, перебивает себя. himself. У Энтера по-прежнему, Enter, точнее, по-прежнему, а также выглядит все очень быстро. Still quite fast. Looks very fast. Axa, stop spamming symbols. Овчаркин делает 17 Овчаркин секунд. Yes, 17 seconds. Энтеру нужно немножко поднапрячься, потому что времени не так мало. Не так много, на самом деле, 13 минут. Left. За это время, если сильно, слишком сильно стараться, можно успеть выдохнуться. If you gonna try too hard at this time, you can get exhausted. Nervous and stuff. Да, Вонтра не совсем хорошо получается. Видно, and что даже немножко well. Начинает нервничать. He's beginning to nervous хотел level. Делать ГБ, но без ГБ это, в принципе, практически то же самое, поэтому... But it's quite the same even without it, so... На 100 упсов может разница, но это Just не критично, на самом деле. Difference. Хотя для CPM Not это critical, очень даже критично. But it can be critical for CPM. Нифига, это роут мутит, офигеть! Овчаркин, давай тоже тащите 400 на вылете у Энтера. Овчаркин, go, go, go! Немножко поворот, он заходил 1100. Messed up his turn a little bit. 1100 spin. 12 минут остается, 17 по-прежнему у Овчаркина, и Энтер пока что так и не финишировал. And haven't finished yet. Напоминаю вам, что вы смотрите финал дуэльного турнира по дефрагу, первого в мире дуэльного турнира. First dual tournament on defrag. Промахивается по кнопке там Овчаркин. Овчаркин mess up the button. И ребята борются за неплохой такой денежный приз. Guess I'm fighting for the quite big money prize. $150. И посмотрим, кому чем выдавать потом эти призы. Либо картошкой, либо обоями. Let's see how it would be more viable. To get it with potatoes, seen Овчаркин live in Belarus, Enter. Or with kind of stuff for your homework. К сожалению.
Но роуты видно, видно, что роуты есть у обоих ребят. Both guys have roads. Вместе сейчас проходят 1700 в этой не сделал, по-моему, double jump. 1700 on enter. Вылетает сразу на пофигу enter и сейчас главное не зафейлить. Not fail it. Fail it. Немножко нервничает, сейчас потренирую. Getting quite nervous. You have to try and live in. Нельзя нервничать. Not get nervous. Enter. It's good. You're good. Привет, easy frag. Так, у Овчаркина целых 1800 было Овчаркин на даблджампе, вылетает он, использует гранату. Даблджамп, use grenade, and... Получается затаймить. И БФК ничуть не хуже 17.7, сделать немножко, буквально себя на чуть-чуть перебивает. Это буквально ему дышит в спину. And so literally right behind him. Некоторые моменты. Но 10 messing минут up еще есть some moments. Ничего they страшного, still have 10 minutes. Ничего страшного в этом. It's not critical, so they still have lots of time to improve it. Давайте поднимем, ребята, щиты. Go, guys. За тех, за кого болеете. Raise a shield. Поднимем, давайте ставим двоечки за Энтера, пятерочки за Овчаркина. Print 2 for Enter and 5 for Овчаркин in chat. Да, пожалуйста, Easy Frag. Обращайся, если что. 18-1 Enter, да. 25, shame. Всем болеют за всех. 69. Так, Овчаркин на БФГ. Главное не упустить важные повороты событий. 17 и 18-0 ставит. Ничего страшного. Like время еще есть, и на самом деле при такой динамике кажется, dynamics, что уже очень много времени прошло. It seems like a lot of time has passed, but it's like only 6 minutes. Они за 6 минут успели столько раз пройти карту, столько раз перевернуть игру. So many times in the 6 minutes. So many times tables have turned, so it's like unbelievable. Really unbelievable. Так, Enter поднимается. Enter gets off, and... Не, Так, Enter отлично поднимается, очень Enter большая вертикальная скорость. Может good сейчас здесь перевернуть все, Enter. Maybe he will нет, turn нет, the tables нет, now. Нет, к сожалению, не получается. 18-1 по-прежнему. He's not doing it. 18-1 по-моему. Enter 17.1 of Charkin. Нет, да, он не перебил. Not big, eh? У Enter не меньше скорости, по-моему. Enter had less speed, I think. Как-то Овчаркина больше скорости перед даблджампом, поэтому... Овчаркин had more speed before the double jump. Лучше. И тут, вот тут реально в финале встретились, как все really и должно kinda... быть, абсолютно равные скиллы. Абсолютно equal skills разные on the finale. Стили игры, different style of game, но... different approach. Так, Овчаркин может сейчас перебить себя с 700. Овчаркин might get a better time, к сожалению. 7.4 time, but he messed up. Так, отличная, okay. Отличная вертикальная скорость от Enter, но speed for Enter, не, but... не получается, 7 минут остается. Only 7 minutes left. Да, очень, очень напряженная. It's very, very stressful fight. Очень напряженная игра. Very stressful game. Семь минут остается, таймы по-прежнему такие же. Энтеру нужно как-то что-то сделать. Have to get himself together. Даже не знаю, have to do не something. Знаю, что ему поможет, ему нужно I don't know what can help him. Владеть плазмоклимбами. And get better at plasma climbing. To get better time. У Энтера вроде бы не было никогда проблем. Haven't got any issues. Any problems with plasma. Но у Овчаркина, тем не менее, какие-то более четкие углы. Овчаркин still has a sharper corners. And thus he gets better speed.
И овчарки на финише and... нет, фейлит, к сожалению. Овчаркин файл финиш again. Но мог бы сейчас где-то около плюс 200 сделать. He could do plus 200 at the double jump. Нет, скорости вроде достаточно. Хотя хватает, хватает, чтобы сразу залететь. Gets BFG and... Финальная прямая 18.2, к сожалению, делает. 18.2, unfortunately. Have good enough speed, but they have still like about 6 minutes. Пять минут практически остается. Like almost 5 minutes left. 17.2 делает овчарки. 17.2 get овчарки. На 400. Beats himself for 1400. А вот Эндеру нужно что-то в корне изменить, потому and что have to change something, разница роутов присутствует. Because road difference is there and... Так, Enter начинает делать okay. Plasma Boost. Это begin to do the Plasma Boost. Нужно, нужно тут немножко запотеть, потому что... Hey, you have to kind of squid it. Разница. Because the difference. 16 делает! 16! Чаркин 16 ставит! 16.8! Большая разница теперь в тайме. The huge difference in time. And has to do something immediately. Времени остается совсем because немного, 4 секунды. Точнее, 4 минуты. 4 minutes left. Но это пик Овчаркина. That's pick of Овчаркин's pick, so... And he might play it back on a different map. И как обычно бывает у профессионалов, у профессиональных игроков... Professional players. Уф, yeah. Каждый заберет свой пик и each one take his pick. Все решится. Я надеюсь, что мы выберем с вами третью карту. Это будет просто потнейшая заруба. Отличная вертикальная скорость. Сейчас у Энтера может сразу... Нет, не получается, к сожалению. Ну, роуты хороши. У обоих игроков роуты отличные. Both players have great roads. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но... As a pros and cons, тем не менее, Овчаркина получается как-то... Still Овчаркин gets it better. Овчаркин is faster. Of Charkin improves for 100 more. 3 минуты остается Энтеру. Сейчас 3 minutes left for Enter. Вырывать обратно победу. To get his victory. Точнее, не обратно, а пытаться перевернуть немного игру. Try to turn the tables. Да, также будет Вику 3, Абидос. Энтер, по идее, должен next will be Абидос and Вики 3. Enter has to get better in it. Enter отказывается в итоге от буста, Enter refuses что получается нестабильно и to make a boost because it's unstable and решает нерентабельно. Do not want to waste time on it. Овчаркин вообще прямо сразу Овчаркин straight forward сразу с респауна вообще from the spawn ни сколечки времени не теряет without ever spending any piece of time. Офигеть. Doing boost and the climb. Сразу, опа, пошел. Like instantly. Опа, пошел. Сразу, опа, пошел. Bam and go, bam and go, bam and go. Опа. Так, 1700 на double jump. 1700 на double jump. Очень много вертикальной скорости сейчас у Энтера. Lots of vertical speed with Энтера. And... He messed it up. И такой, все получилось нормально. Остается 2 минуты. Oh, we good. Like 2 minutes left. Остается всего лишь 2 минуты. Only 2 minutes left. Oh no, I think it's of chocolate choice. Я думаю... I think... Энтеру
Нужно потихоньку настраиваться на вторую карту. And has to slowly get his mindset to get a second map. Because this one is obvious. Он около 16 секунд, может, около 16 секунд только на БФГ бывает, а Овчаркин уже 16.7 на финише. Но не знаю, на самом деле. And to get 16 seconds only in BFG, or Овчаркин finished игроков, by the point. Knowing both players, я думаю, что I think нельзя недооценивать Энтера, и он может в любое время сейчас просто underappreciate Enter. He can get some really weird stuff in any time. 15.9. Like make 15.9. Перебивает себя немножко. Ну, for Овчаркин. 1700. 1700. Перед дабл джампом. Speed for Enter before double jump. Ему еще скидывать немножко скорость. Have to jog speed a little bit. Очень много плазмы мы слушаем. Lots of plasma. Потише немного сделаю. A little bit quieter. Да, времени не хватает. 30 секунд. Not enough time. 30 seconds. Повреждение карты практически. Too clean. Но уже все. Enter на BFG врезается. Enter потом, on the BFG and he messed up. Еще немного улучшить свой тайм. Остается буквально секунд 15-10. Only 15 seconds left, and мы перейдем на вторую карту. В любом map. Случае. Abydos. Будем играть физику в ВК3 15 минут. Gonna play Wicked for Physics for 15 minutes. И стоп. And stop. Что ж, первую карту well, вполне ожидаемо забирает Овчаркин, 16-7. Quite predictably, Овчаркин gets the first map, 16.7, Enter gets 18.1. Кто не нажимает? Нет, это best of three. Best of three, yeah. Enter не нажимает F1, очень странно. Enter not playing, not pressing F1, strange. Okay. So, next map. The moment of truth, yeah. На самом деле. Yeah, the moment of truth. Главное не забыть заводить физику. We have to set the right physics. Играем в ВК3, 15 минут. Playing ВК3, 15 minutes. И поехали. And let's go. Вторая карта, Abydos. Second map, Abydos. ВК3, стезя Энтера. Как мы можем видеть, it's Enter's. Это его основная физика, которую он выбрал перед турниром. His main physics that he picked before the tournament. И Овчаркин использует гранату. Овчаркин uses grenade. Enter же пытается. Enter tries to ракет. Use the rockets. И вот сейчас будет очень интересно. It's gonna be quite interesting now. Бустов здесь нету, как Овчаркин no boost. Непонятно. How Овчаркин performs? Не так же хорошо, как и CPM. I think he's not as good in CPM. А вот Enter, as in CPM. Выбрав but Enter feels like home. His main physics. Скорее всего, все карты как раз. He's probably prepared all the maps in VQ3 physics. И давайте поднимем плюсики за Энтера и восьмерочки за Овчаркина. Plus 40 Enter and 840 Овчаркин. Посмотрим, сколько у нас. How much of us in here? Энтер пытается отличный ролл сделать. Enter tries a good round. Достаточно, никто пока. There's quite enough time. No one haven't finished the map yet. Овчаркин добирается. Овчаркин gets there. Наверх. Пока что все нормально. Итак, Овчаркин уже почти на финише, сейчас посмотрим. Овчаркин на almost finished. Насколько он проходит ее? 39.3. 39.3 for Овчаркин. Да, Enter исполняет некоторую грязь. Я до последнего молчал, ребят. Enter doing some filthy things.
I kept it. Silence. Отлично, 2x ловит, заходит телепорт, и сейчас gets может 2x, gets into teleport, просто and истина. Просто нужно Enter, сделать свою стабильность, которую он всегда показывает и умеет показывать. Ему просто нужно сейчас стабильно это все дело исполнить. You only have to get stable and perform with Temple. Great Rockets, 30 signed for 8 of Chark and far behind. Но суть знаете в чем? But you know? Суть в том, что the thing is, 12 минут у нас еще остается. We have 12 minutes left, and it's quite a lot of time to do lots of things. So tables. Овчаркин мог сейчас. Can turn. What the fuck? Овчаркину сейчас будет не очень просто. Овчаркин. И Enter также может еще not be easy for Ovchakin, and Enter might improve his time. В этом уверен. Отличный I'm quite тайм. Sure. Опять же, ракеты ловит 21 секунду в телепорте. 21 seconds in teleport. Отличная плазма. Great plasma. Так. И финиш Enter 36.8. Enter finishes at 36.8. На секунду, ровно на секунду себя перебивает. One second improvement over himself. Так, Овчаркин на финише. Овчаркин finishes. And 37.4 ставит. 37.4. Акции Pedigree понижаются, да, к сожалению. Наши букмекеры говорят, что stocks are falling. Pedigree очень дешевеет, жестко-жестко падает Pedigree цене, никому cheaper. Становится неактуально, все начинают покупать клавиатуры с большими кнопками Enter. Everybody starts to buy the keyboards with the big Enter keys. Побольше, у кого больше, уже в Инстаграме вижу посты. Wants to get bigger Enter keys. С хэштегами Enter. I see the post with hashtags Enter leads. Расти мой Enter и вот это все. Все выкладывают, насколько у кого большой Enter. Everyone shows how big his Enter is on his keyboard. И вот сейчас Enter уже на ракете. Давайте за ним подробнее. He's on the rocket. Let's see what he's doing. Овчаркин only is getting to that point. Отличный 2x ловит. Great 2x. And заходит отлично в телепорт. Gets in teleport and ай, не долетает немножко совсем не хватает. Not enough spacing. A little bit not enough to get her. Овчаркину уже намыло, скорее всего, заспамили письма по увеличению Энтера. On his mail. Потому что Pedigree уже вообще bigger, почти в уценок продают. Because Pedigree is like 3 килограмма картохи всего лишь за пачку. Specific jokes for dog food and stuff. 37.4. Так, Овчаркин на финише. Овчаркин finishes. And и 37.1 ставит. 37.1. Разница остается. Вот сейчас. Right now. Сейчас просто момент истины. Now the moment of truth. Потому что остается у нас 9 минут. Only 9 minutes left. Нужно Эндеру сейчас подсобраться, перебить. Это needs to get it together. Перебить себя, свой тайм, beat himself, свое лучшее his time. Время. Возможно, даже поставить какое-то свое лучшее. Probably he needs to set his best record for this map. Great rockets, but it's not enough. Мало. Восемь минут у нас остается, и на самом деле, я не знаю, у меня даже дарвейс немного отнимается, потому что у них разница просто к нос к носу. Это ладно, kinda на первой карте было понятно, что really quite close. It was obvious in the first, понятно, even in the first map, that что пёс с таким отрывом, Овчаркин, that Овчаркин скорее всего уже победил. Is like a already win.
тут они прямо нос к носу идут, 7 минут остается, и на самом деле время тянется просто невероятно, как тянется. Time feels so slow on this one. Кажется, что прошло там. It's like it's been forever. Кажется, что прошло очень много времени, но на самом деле feels like минуты lots of time, проходят, минуты длится как часы. Minutes feels like hours. И да, на этой карте точно такая же разница роутов присутствует, безусловно. This map has a same role difference. Стили игроков разные, и очевидно, что players have different style and it's obvious that роуты будут различаться. They're gonna have a different roles. Каждого игрока, допустим, у Овчаркина стиль это CPM. Овчаркин style is CPM and Овчаркин говорит, мои бусты круче твоих. Овчаркин says my boots is better than your boots. Мне насрать, я играю в ВК3. And he says I don't give a shit, I play ВК3. Смотри, какой у меня энтер. He says, look at my enter. Овчаркин says, look at my dog food. Пока что. Все те же 300 разница. All the same 300 difference between them. Отличная ракета ловит enter. Enter gets great rocket. Заходит телепорт, давайте за ним проследим. Gets into teleport, let's follow him. Отличный grenade jump. Great grenade jump and... И момент истины? The moment of truth? Нет, не, не. No. А, да, перебивает. Oh, yeah, yeah. Сохраняет, точнее, да, сохраняет как бы преимущество и... He's keeping his advantage and... Немножечко убегает от Овчаркина, теперь time. Уже разница в 500, полсекунды 500, нужно Овчаркину это достать, чтобы between them. Перебить Энтера. А Энтер лучше всего еще перебить, потому что 5 минут это очень много. 5 minutes is quite a lot of time, but Enter has... A lot of time to improve his result, and Ovchakin has to get a half second to kind of close the gap. Так, Ovchakin на финише, давайте за ним проследим. Ovchakin is final finishing. Let's look at him. А, не попадает. Oh, not getting there. Попадает. Попадает на финиш. Как же так, Овчаркин? 5 минут остается у нас. Очень плотная карта. Очень плотная. Я на самом деле очень хочу посмотреть зарубу третьей карты. I really want to look at the third map. На которой все решится. This is gonna be like the main like judgment day and stuff. Да, там было 37, но There was 37. What's the... Морально, на самом Morally, деле, дефраг это дефраг для нервов. A... Просто вот небольшой... It's like a... Небольшой like a fight of nerves. Как бы, да? Дефраг это игра нервов и морали, defrag по идее, потому что... It's about moral and your stress. Если вот stress. У вас не получился какой-то прыжочек, If you're not getting some получился jump, второй раз, ну третий, ну, second типа, time, казалось, third time. Фигня, получится в следующий, но нет, нет, когда... Если, Seems like ну, a simple thing, but... В самой игре непосредственно, так, 37.1, на это when чат, you play, по-моему, точно такой же тайм-воль приходит. На самом деле интересно. 37.1. Потом ты начинаешь You're думать, getting stressful, что... getting starting to think. Как же мне... Энтер сейчас How мог перебить I? Очень классно, мог сделать тайм. На самом деле это очень бьет по морали, ты начинаешь думать не в целом про карту, It's а именно про вот этот прыжок, который у тебя не получается. You're starting to think about the jump that you're messing up and... А потом... And then... У тебя вообще ничего не получается. You start messing up everything. Ты начинаешь думать об этом прыжке, ты you его фейлишь, и когда jump, у тебя получается, ты уже не можешь концентрироваться на всё. You cannot concentrate and... Это игра прямо вот... Beginning to have a pretty bad morals, and so it's like more psychological challenge. Очень много микромеханики и... Lots of micromechanics in this game. Может быть, выглядит всё простенько, но It looks simple, but... Всё очень... It might look simple, but it's quite tough and... Really, really thin border. Ко мне на стримы, конечно же. Twitch TV slash Будах, то там, yeah. Если что, скиньте ссылку в чат. Очень много играем дефраг, обучаем. We're also playing дефраг on my streams. Будет, да, в обеих физиках остается Third round will be both physics. Ну, on the 2 minutes. Трех.
a little less than 3 minutes left. Third round gonna be buff physics. Да, спасибо, Пус. Thanks, Pus. Не, некоторые моменты выглядят просто. Some of the moments look simple. Like. Выглядит просто, но... This map clearly doesn't look simple, but... Спасибо, Мохнатка. Очень приятно. Мохнатка, почему ты не помогаешь своему носителю? Акции Pedigree почти бесплатно сейчас... Pedigree shares is almost for free now. А клавиатуры превратятся в один сплошной большой Enter. The keyboard's gonna be like a one huge Enter key. Так, остается 2 минуты. Two minutes left. У игроков полсекунды, а в чарте 23 Half a second заходит. Gap between them. На самом деле, у Овчаркина не самый быстрый финиш, хотя моменты, Овчаркин, конечно, да. Has not very fast finish, я думаю, Enter потом пересмотрит эту дуэль. Enter will probably look at this duel afterwards. And... Минута 40 остается у нас. Я не знаю, я не могу уже дождаться. 1.40 left. I want third map. I can wait anymore. Это I want to see third map. Это у вас первый раз третья карта решающая выходит. First time is gonna be third map in here. Отличные ракеты делает Enter, к сожалению, не получается. Enter gets a great rocket spot, fires climbing. Минута остается, Овчарк... Only one minute left. Овчарк fails bottom climb and... ...and doing it, and... Ожидает. Enter такой, типа, это... ...шпион. Enter is spying for... Да, ну все правильно, конечно, все верно. Абсолютно все верно. Третья карта будет обе физики по 10 минут. Первая физика будет CPM. That's gonna be buff physics for 10 minutes. First CPM, next VQ3. 40 секунд остается. 40 second left. Enter буквально на финише 36.4 ставит Овчаркин, и сейчас Enter просто под конец может перебить его. Что can beat it at the end. What's going on? What's going on? Enter! 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 No! 20 секунд остается. 20 second left. Разница буквально в 200. Difference. Like 200 between them. Овчаркин просто встал. Овчаркин is like... Просто встал. Just standing there. Hanging around. Жесть. Oh, gosh. Все время кончилось. Oh, time's up. Enter. How could you? Да, ну посмотрим, досмотрим за Enter, безусловно. Let's have a look. It's... let him finalize the game. Вот они. Заветные 35.8, но that's уже, к сожалению, поздно. That's it, 35.8, but it's too late. Времени с окончания таймера. Too much time has passed since the timer stopped. So we cannot... Да, очень жаль, Enter. We cannot accept this time. Oh, Enter. Не знаю, либо пусть NOS разрешает эту проблему. Oh, NOS can... Прошло так-то сколько? Сколько прошло? How many times has passed? Середины рано, да, тайм кончился. 43 было и 57. Разрешайте проблему. So, Nas, let you decide. Will he allow his time for this point? Ну да, судя по всему, да. Ох, yeah. Ребята. Hey guys. Да, ну как бы мы ни хотели, на презрительских симпатий, да. He began before... Ну и в общем-то, окей. He... before timings, a timer's ending, so... Не, мы и квалификационные онлайн-капы тоже ровно по таймеру заканчивали, поэтому... Qualified online caps also stopped directly at the timer, so...
Сейчас бы с Warsaw сравнивать. Я не знаю, Носф. Я предлагаю все-таки пойти на уступку, потому что реально на середине рана был Энтер, он не начинал. He didn't start over from what the time has stopped. Он не начинал сразу после конца. He was in the middle of his run, so. Я предлагаю все-таки третью карту, потому что он. Yeah, we need the third map. Середина рана была в натуре, когда кончился. It was middle of his run. Овчаркин is okay with third map, so yeah, guys, go. No, let's do. Let's not do third round. Овчаркин сам говорит. Овчаркин says he's okay with the third round, so. Давайте, окей, давайте, не, реально, если. Овчаркин согласен на третью, давайте третью, все, давайте тогда так сделаем. Let's go for the third one. Овчаркин is okay for the third one. Пёс говорил, что без третьей, что все, я выиграл. И так далее. Да, окей, все. Все, это да, это будет более честно, если Овчаркин согласен. Овчаркин начинал проходить не после таймера, не после его окончания, а он во время его прохождения таймер закончился. Все. Да, Овчаркин красавчик. Овчаркин is an awesome guy. Акции Pedigree взлетели просто. Pedigree shares like раз, но 10 times more expensive. Так как они были уже понижены к нулю, к сожалению, они столько же и остались, потому что 0 But since they остается ноль. Но, zero recently. Овчаркину огромный респектуси. Меняем физику, cheap. Скорее всего, на. So we're changing physics for CPL and let's start. Да, sorry guys, I'm gonna get out for just a minute, one second. Так, где у меня мышка потерялась? Так, играем 10 минут CPM, 10 минут в ВК3, все время пошло, физику поменяли, Enter уже стартанул, Овчаркин соображает. Первая физика CPM. И давайте посмотрим. Нет, на самом деле это более честно. То есть в отношении именно игроков правила же в любом случае для того, чтобы нарушать. И у нас, по-моему, не написано, что раунд заканчивается ровно по таймеру. Да, надо сервера-то вырубать по таймеру, действительно. Ну, то есть, ну нет, я считаю, что это вполне нормально. Я онлайн-кап также ждал, пока люди некоторые пройдут. Но квалификации у нас были ровно по таймеру. Ничего страшного, ладно, мы, если что, потом договоримся. Итак, Enter. Проходит основной рубеж, 2000, под себяшка, почти даже с головой. Да ладно! Что? Что? Что ты делаешь? Что? Что это? Жесть, что? Просто что происходит? Боже. Офигеть. Вот это роуты. Вот это я понимаю. Так. I'm back. Sorry, guys. Так, давайте посмотрим за Овчаркин. 1100, отличный КП, по крайней мере. У Тутти Фрути, по-моему, ни разу так 1100. Отличный плазма клим. 1600, 1900 на вылете. 200 также. 2200 и падает, к сожалению, вниз. 2200 and fall down and... Зерк орёт по любому поводу, я ору только по делу. Зерк is yelling for... any reason I'm only yelling for... For или good ты reason. Зерка защищаешь, тогда бан. Димон, дай бан. Don't say anything about Zerk. I'll ban you. Go. Да, well, Enter решил просто хотя бы пройти. Это Enter decided at least. Все-таки по 10 минут на каждую физику и... Can I try this out? I have 10 minutes for each physics and... Enter сейчас должен, по идее, финишировать, фейлит, к сожалению, плазма. Enter failed to finish, failed plan worst, and...
тихонечко здесь пройдет. Да, все, все верно. 58.6 ставит, делает. 58.6. You have taken the lead. Ну, так, находится буквально на одном этапе сейчас. Оба этапа сейчас у нас остаются. 1100, отличный ГБ, 1300. Lost some minutes. RGB. Отличный плазма клим. 13,000 в Чакинге, great plasma climb. По скорости, примерно одинаково даже идут по скорости. They're doing like the same speed. Looks impossible. Давай! Go, 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 go! Enter, не нервничай, видно сразу. Я заверяю тебя, Enter, нервничать не надо. Как и Овчаркин, Овчаркин тоже очень много нервничает. Овчаркин really nervous. Валидолом закидывается, возможно, этот самый валидол ему сейчас поможет в этом деле. Но роуд просто, роуды просто у пацанов офигенные. The hell, like an awesome roads. Окей. Так, 200 у Овчаркина. Окей, 3. 2100 у Овчаркина. Все очень хорошо пока что получается. Овчаркина находится на финише. Almost at the finish. И 49.3 финиширует. 49.3 у Овчаркина. 50.0 делает Enter. 15.0 Enter. Просто спину друг другу дышут. Буквально 700 у них разница. They have a difference about 700. Скиньте мне в клип, я потом скачаю. Please clip it. I'll get like a... 5 минут у нас остается, половина раунда. Video from my... Напоминаю всем, кто только что подключился, либо не в курсе, либо забыл, вдруг у кого-то... Этот... Склероз, да, или как его... I have some memory issues. Это у нас третья финальная карта. It's the third and final map of the... Финала. Finale of the Frag Duel Cup 2018. Frag Duel Cup for 2018. И сейчас решается, кто унесет right now, звание. It's a last fight for дуэлянта лучшего индивидуального скилла. The last individual skill of the frag. Потому что это все-таки не ПВЦ, тут у игроков DFC. На самом деле выявляется свой реальный скилл. Потому что у них есть всего неделя, чтобы задрочить вот эти 8 карт. To play all these high pass, с учетом непредвиденных целей, instead of peaks and bans and kind of unforeseen... Они всего неделю играли эти карты. Unforeseen events, they played it only for a week. Search for roles. Пытались их все отточить, чтобы более-менее удачно проходить каждый раз. Learn them to get the most successful roles. В момент истины на самой дуэли они показывают свои результаты. And they show their best at the moment of truth. Enter пересекает телепорт. Enter gets a teleport. Можно сказать, что это основной рубеж, как я обычно. It's like a main border on this map. Так, очень много скорости тут у Enter. Lots of speed and телепорт. Or Enter gets a teleport. 2200. Что просто? What gonna? Oh, it's impossible. Причем, да, в две физики. Yep. The two physics, so... Эх, обидно немножко не долетает здесь. Not so sad. Not enough speed a little bit. Просто офигеть. Just amazing. Да, поправь на Abydos'е таймер, там, 35.8 у... Please change the timer for Abydos. 35.8. Остается 3 минуты. Only 3 minutes left. И... And... Таймы по-прежнему спина в спину. Time is still the same. Бок в бок, там руку за руку, да, back to back. Фрейм за фрейм держится просто таймы. Frame to frame. Овчаркин сейчас на финальном рубеже. Овчаркин is on the final border. Fails rocket jump. Получается, начинает заново, enter. Start all over again, enter. Давайте посмотрим за ним. Let's look what he's doing. Что нам покажет Иван Дмитриевич?
Да, тут, к сожалению, немного не хватает энтеру. Две минуты остается. Для CPM физики нужно, нужно поторопиться, нужно. Only 2 minutes left for CPM physics. He has to do something. Не так много времени, на самом деле. Давайте посмотрим. Not a lot of time in here. Пересекает центр карты, летает. Как-то так у него минус 200 сбросилось. Lost at 200 of speed. Делает неплохой rocket jump, но этого недостаточно. No, слишком, not bad rocket jump, but it's not enough. You have to get more speed. Давай! Go. И получается, у Энтера тут буквально, буквально 700, Like не хватает Энтеру, полторы минуты времени остается. One and a half minutes left. Очень мало time for. Времени. Not enough time to kinda очень мало времени. Complete this map. Enter сейчас близко к финишу, давайте за ним посмотрим. Enter is closer to finish. Let's have a look. Goes to teleport. Да, и физика, основная физика Enter, это, конечно же, в Q3. Enter's main physics is в Q3. It's possible that. Давай, я в чёрт, kill! Go, chugging, go! Зачем ты нажал kill? Не знаю, может быть случайно, или может somehow, быть... Somehow, should press kill. Видел, maybe что just не mistake. Та скорость, которую ему нужна. На have самом деле, not correct speed for this one? У Tutti Frutti пока a самый быстрый, то, что, из того, что Tutti я видел, start was the fast one. From the ones that I seen. Так, 30 секунд остается по таймеру. Only 30 seconds left for China. Давай, хопа! Go. Enter, последняя enter. Попытка enter, last для attempt. Enter. Last attempt for Enter. Не получается. Все, скорее всего, it. Не успеет. Овчаркин также падает. Most likely he will file it. Овчаркин is just не waiting. Не успевает, по идее, ребята. И будем менять физику. So, let's change the physics. Дождемся таймер, чтобы все, let's все wait по for таймеру, the timer. Все по таймеру. Может быть, не совсем all gonna be correct, and... А, не, Enter, тут не вариант. I don't know, this will not gonna work in here, sorry. He's outraged. Правило. Rules is the rule, yeah. Обновляем таймер. 10 минут, поехали. Renew the timer. В Q3 физика, основная minutes. Физика для Enter. В Q3 physics is main physics for Enter. Смена физики это не смена карты. Это не physics change is not a map change. Не-не-не, ничего не так же. Итак. They like back to back. No, Enter. Плетутся ребятушки по сравнению с CPM. It's like compared to CPM physics, it's really quite slow. Не так все быстро. Like dragging slowly. И Enter. And Enter. Видим мы, что у него есть. We see that he has. Результаты будут по сумме таймов. Result gonna be the sum of all times. Так, Овчаркин пересек центральный рубеж, грубо говоря. Овчаркин gets a certain central point of the map. Это решающая карта. It's the main. My map for deciding who's gonna win. Овчаркин фейлит, но тем не менее, fails, в любом случае будет проходить до конца. Anyways, he's gonna get to the end. А, Enter досадно фейлит. Enter fails quite badly. И Овчаркин сейчас. And Овчаркин now. Gonna set the time, probably. А, не долетает. Oh, no, not enough. Хорошо. Нет, у него не осталось ракеты, минута 20 no, делает Овчаркин. No, he haven't got rockets. 1.21 for Овчаркин. И ход Энтера. Now Enter, it's Enter's move.
Ого, вот это рол. That was nice, Hunter. Interesting. Скачи! No. Jump! Так, овчарки на начале, давайте сконцентрируемся на энтри! Овчарки на бегере! Энтри файлс фор мод! Энтер сказал, не хочу жить. I don't want to live like this. Окей, ничего страшного, овчарки сейчас более близок к финишу. Овчарки с клоуда за финиш. Давайте посмотрим. Остается 7 минут, в принципе, времени on the 7 minutes left. Более чем достаточно. Я сам quite enough time. На валидоле сижу, блин. I'm like on chocolate as myself. I'm quite nervous. Так. О? Так, оба игрока на одном месте. Both players are on the same spot now. По разным сторонам, единственное. Different sides. Минута 10 делает овчаркин. И Enter. 1.11. Овчаркин овчаркин do 1 minute 10 and to do 1 minute 11, only 5 minutes left. Просто жесть. Enter сейчас для всех к финишу, давайте за ним. Он сейчас closer to finish. Let's have a look at what he's doing. Only 5 minutes left. He's getting the teleport. Great rocket jump. Gets a good speed and отличный плазма климп. Great plasma climb. Go, Enter! Go! Я рот открыл. I'm sitting with my eyes, with my mouth open. Enter almost finished. Буквально немножко его отделяет. Just a little left. And от лидирования и from lead, получается, and игра в минута 9 делает 1.9 Enter. Second difference. Уже на финише. But Овчаркин finishing it also. Минута 9.9! Разница в 900! 900 difference between them. Что за пот? What's going on? Этот дуэльный был в куче. Dual Captain Quake Champions. Не 200, 900, вы чё? А, в 200, да, получается, да, если на 7, да. Yeah. Я когда смотрел дуэльный, где Кулер с Рафой в финале там в этом... Duel Cup, я так не when Кулер with Rafa здесь, was fighting, I wasn't as nervous as here. Woof, yeah. Так, Овчаркин на середине. Овчаркин, is that middle of the map? Отличную скорость набирает. Great speed. Так, Овчаркин на финише. Овчаркин на финише. Минута 0.8 ставит. 1.8 minutes and 8 seconds. Sorry. Так, Enter также на финише. Enter the same at the finish. Но finish line. По and таймингам где-то на секунду Enter отстает. Is a about a second хватает, behind. Хватает. Don't get not enough time. Enter не успевает он. Not doing it. Сам это прекрасно видит. He understands and... Так,
Две минуты остается. Это на тебя надавливает, когда ты свою мапу выпускаешь. В область живота надавили, такой... Так, открытие скорости центра, 40 секунд при выходе. 1800, 2. 1800. 2000. Никто ни на кого не давил, я об этом хочу сказать. No one is pushing no one. Так, у Энтера отличные пока что результаты. Энтер gets a great result, and... His hands are shaking. And... Минуту 27, 6, second difference. It's quite hard to comment when you like really into it. Like, fully concentrated on each of the players. Hoba! It's quite hard. Hoba! Разница 1-1. Итого 1.1 difference. Остается минута времени. 400 plus, 1 minute time left. Дожидаемся после таймеров. Let's wait and see after the timers. Ранов. For the runs to finish. Yeah, Ovchakin is moral winner. Меньше минуты остается, все. Left on a minute left. Не успевает. 50 секунд. 50 seconds. Последнее прохождение. Last attempt. Last run. Последнее прохождение. No, last run. What a player. Овчаркин нервничает. Овчаркин на вышку выскальзывает. Они идут, они рядом идут. They're really quite near. Они рядом идут. They're nearby. Забыть пищевидом. It's my epic final. Что же за жизнь? What's going on? No, oh, gosh. The super near. Они прямо рядом идут. They're quite close. All the time. Таймер кончился, все, последнее прохождение. Last run. Они прямо рядом идут. They're literally gonna... У кого мышка выскользит? Oh, gosh. Энтер остановился. Энтер, shoot back. Овчаркин! Овчаркин! Не успевает! Not doing it, oh god! Звоните в скорую! Call the ambulance! Oh god, what's going on? Что за финал такой? What's the finale? Просто офигеть! Mind-bubbling! О, oh my god. Просто жесть, я не знаю, ребят. It's unbelievable. По итогу оказался сильнее. So. Оказался сильнее. Enter по итогам. Enter was stronger. Ничего нигде не купили, when we calculated ничего, results. Ни на кого нигде не давил. Овчаркину огромнейший респект. Овчаркин gets huge respect. Потому что по идее правильнее. Formula he would win and прерывать игрока во время. Allowed как to правильно написал play с матчем Мохнатова, потому map, but что это у нас как летящий мяч в корзину в баскетболе. More kind of more correct to not interrupt the run if, even if the timer went out. Каждый остается при like in basketball. Мнении. Enter победитель и... Enter is the winner and... Давайте, наверное, зайдем в сетку. Еще раз обратимся к родимой. Tournament table. И по местам у нас... По местам у нас первое место занимает Enter. First place for the Enter. Третье Tutti Frutti. Second of Charken. И четвертое... Third Tutti Frutti and fourth it's Storm. Такие вот делишки. So, that's it, guys. Ну, с призами мы решим внутри комьюнити, я думаю.
Как бы мне не жалко, мы все свои донаты уже отдали. Как решим, так и будет. So right now we need to handle the prizes and stuff. Oh, no problem. Hold on a second. Enter might give some interview. Играли по правилам, геймрок. Можно почитать их. Чтобы я не буду долго сейчас. Пошли, Enter, пошли поговорим. Enter might get into Discord right now to have an interview. But I would prefer to have them both. Да, привет. Hello, hello. Да, привет. Ну что, как себя чувствуешь? So, how do you feel? Такой финал, ты вообще сам. Same finale, I'm sitting. Тут он перед тобой прыгает, тут ты перед ним прыгаешь. Что за фигня, блин? Just before you, just before you. What's impossible? Да, очень, в принципе, напряженно было. Well, yeah, it was quite stressful. Что там, Овчаркин пойдет сюда в голову? What's Овчаркин? We'll go. We'll go, Вась? Я не знаю, Овчаркин ты пойдешь? Овчаркин, will you go? Go, go. Напиши мне в Дискорде, прям в личку, Овчаркин. Please write me Discord. NPM or Chuck'em. Как по-твоему, huh? Вот этот момент мы должны были бы... How do you think we should handle this moment? Мне жалко, что не получилось с этой среды все-таки финишировать. We я didn't get the finish before the cut. Я про CPM сейчас. Did it the timer failed us? Да. CPM even, yeah. Но финиш фейлил постоянно. Там очень неудобно по прыжкам прыгать. Quite uncomfortable at the finish. Ну ты как-то, по-моему... одну ракету you've like lost. Не хотел кидать. You didn't want to throw one rocket. You thought that you're gonna. Я пробовал сначала в рампу кидать, но ты слишком высоко подлетаешь и траектория вообще кривая. You're getting too high and mess up the trajectory. Поэтому надо в левую стенку, так лучше траектория прям в дырку влетает. Shoot at the like get to the left wall. Я делал несколько раз, когда тестил. I tried it a few times when I tested the map. Же делаешь, но результате перелетаешь эту дырку, там она причем очень кривая. Shoot this hole. Снизу в нее влетать. So you have to get it from below. Я не снизу, я горизонтально в нее лечу. I didn't do it from below, I was doing it horizontally. Снизу. Давай, в чарт. Ну, короче, если от стенки отстреливаться, то быстрее. If you shoot from the wall, you move faster. Выходило, по крайней мере. Но у меня не получилось. It was faster. But I didn't manage. Да, но это очень-очень плотная заруба. It was really quite stressful. Просто нереально. It was impossible. Что, почему у тебя не получилось на... Why did you? Didn't you? Почему у тебя на... А, дорожка. Я, видимо, с дорожкой зафейлил вообще ужасно. I messed up my route. Тебя просто вообще... On Medivha. Ну, я только эту дорожку CPM тестил. Ну, я пробовал... I only tested this route in CPM. I tried it otherwise, but with Rocket. Не знаю, мне что-то не понравилось. Начал but I didn't like it. Проходить, вот, а в результате оказывается то, что это неправильно. Tried different spawn, but it was the wrong route. Вот. Ну, на Abydos'е меня спасло то, что я... And in Abydos, I've been saved by using cut at the beginning of Овчаркин. Didn't use. Я больше, чем then, partially я saved. Не помню, насколько я перебил. I've бит him a little bit. Не быстрее будет. Чё, с какой гранатой? Didn't it was faster with grenade? What's a grenade? I didn't know about grenade. Чё, про Abydos? For Abydos? Ну там перед ракетой, которой ты летишь. For the rocket, when you're flying. И... And там лежат гранаты по бокам. It was grenades flying. И чё? And what? Ты берешь гранату, падаешь. You take a grenade, falls in teleport. Ты появляешься сразу там, кидаешь гранату. You get with grenade. Drop grenade. Я даже не пробовал такой. Oh, I haven't even tried it. Не первый раз слышал. I hear it for the first time. Смотрю, как ты гамметишь, я же играю. I'm not looking at you commenting. I'm playing. Я тоже не говорю ничего. Well, I'm not saying about this. Овчаркин might hear it, so. Овчаркин is here. Может, с телепортом быстрее, потому что там, в принципе, такая же скорость. They're basically the same speed. 900 000 и like 900 000. Как я понял, в конце еще лишняя ракета. And you have one rocket left at the end. Подожди, а получается после телепорта сразу гранат кидаешь? After teleport you can drop the grenade. Ладно, я потом посмотрю. Okay, I'll have a look at it. Так, Овчаркин принимает друзья, потому что я тебя не могу добавить в беседу и. Русские легких путей не ищут. Да, давайте Овчаркин также спросим мнение. Let's ask Овчаркин. What he thinks. Карт. Давай. Go.
так и не поиграли мы Stomp. Хотя, we haven't played Stomp. Очень хотелось ее посмотреть. Also, I really wanted to look at it. Но в любом случае ее все в онлайне увидят, плюс. Anyways, не знаю, будешь ли ты делать look потом. Online. I don't know, will you do капа по этим картам? Ну, мы, я краткие обзоры все равно сделаю на каждом. I'll do a short review about it. Мы на все будем делать, потому что это 2 месяца целых. I'm not sure they're going to be all in workups. It's like about 2 months. Так, раз-раз поговори, я тебя настрою. 1-2-1-2. А, да? Нет, все, пусть включит. Включи микрофон. Turn on the mic. Я тебе подсказываю, включи его. Привет. Turn on the mic. Hello. Привет. Тебя не слышно, ты че? We cannot hear. Акции Pedigree ты подросли в итоге. Bark something. Овчаркин поступил. Bark. Мужественно. Овчаркин did really good, really awesome job. Ну типа, это как и сказал, очень хорошо собачья мохнатка, что это как летящий мяч в карьере, в баскетболе. In basketball. Игра не заканчивается, когда мяч. When the timer stops. И ты был на середине. And the ball still is on the flight. Типа, не знаю, if it gets on the basket, it's taken into account. Когда там 30 человек скачут, понятно, что не уследишь, и по таймеру, типа, окей, это все. So you cannot cut the game by timer when it's still on. Я в любом случае, даже если бы это такая ситуация была с Овчаркиным, я. Even if the same situation was with Овчаркин. Окей, I would support. Алло, привет. Hello, guys. Как у тебя ощущения? So, how do you feel? How do you feel? Чувствую, ну, как бы не очень. Quite bad. Совсем обидно уже. Oh, what's with all that? Да, ничего такого. Well, it's okay. Я уже кушать заедает стресс. Eating up the stress. Ты много играл, кстати, в эти карты? You were playing this map a lot? Medieval играл больше всего. Medieval is most played. По-моему, как это называется? Apex. Apex больше всего. And Apex. И Medieval играл. Я played. Ты Apex забанил, и меня сразу же настроение понизилось. When you've banned the Apex. Мне на самом деле пофигу было забанить, кроме Stompa, потому что я тоже все 4 карты играл. It didn't matter for me what to ban except for Stomp. I would play for Apex. It's quite nice. Чтобы тебе доверить, было первый бан, ты бы Stomp забанил, я бы so, карту как-то. If you would ban the first time. Мне очень хотелось играть минутную карту. You would ban Stomp. 15 минут. To play each map for 15 minutes. Как тебе финал? What do you think about finale? Вот именно вот этот момент, когда вы последний раунд, like таймер кончился, the last timer run out. Примерно там на середине пути. Его... Ты впереди, это впереди, у вас там мышки. Your head and it's your head. Я видел, ты прям стрейфишь у тебя. Your hands were shaking. В сторону, ты как бот. Mouse was kind of getting side to side. Да, на первой карте еще как более-менее уверенно. The first map was quite. Второй уже в Q3. Second Q3. Хотелось не сильно отстать, но ну так вышло. Didn't want kind of to lose it. А вот третья карта, ну что, third map. Я просто все нервы уже поздавали. Extremely stressed. Lose my nerves and stuff. Ну первая карта, да, ты с роу там очень хорошо придумал, очень классно. It was a really good roll. И у тебя прямо перевес жесткий был по первой карте. Got a clear advantage. На Abydos. With Medivh and Abydos. Ну, Enter, по идее, должен был его раньше поставить, этот тайм свой, потому что он до этого, предыдущую как бы, попытку, set time earlier, что он ее зафейлил. Because he failed in previous attempt. И ты как раз такой под конец таймера финишишь. Had rockets and you're like... Жесткий финал, просто finished. It was really kind of hard final. Я сделал 36-4. Пошел I did плясать, that like point 4. Go dancing to my apartment. And I see like Enter finished it a long time. I won. I'm giving back to my PC. And... He's got a 35. Okay. It was honest. Yeah. 35 поставил. 35, well, 35, okay. В целом, как у вас, ребят? Overall, how you feel, guys? От турнира какие впечатления? Проводить еще? What impressions do you get for the tournament? Понравилось? Let's get another one tomorrow. На сегодня сделаем, нравится. Like, 8 more miles, yeah. Что там делать, ну? Там какой-нибудь легенький ST1, ST2 поиграем. Let's play ST1. А, City Rocket там. City Rocket, yeah. Не-не, не надо. No, sorry. Ну, я бы еще поиграл бы. I would play more of this stuff. I really kind of enjoy this sort of tournament. Well, DFT is coming. Этот раз я, наверное, даже в DFT особо не поиграю. This time I will probably miss it. Если буду в 19-м,
то я еще как бы могу сыграть, но если в 20-м, то уже вряд ли. If in 19, I will play. If in 20, I'll probably miss it. Значит, вот у тебя конкуренции не будет, только бас и индер. Ну, ясно. I'll go get guess. Ну, такое, да. Kind of true. Короче. It's mandatory. Ну, тогда, army, что ж, two years in army, что so сказать, you probably miss it. Я пойду. I can say something to you before we go. Где мои деньги, да, все? Where's my money? Да нет, я, в принципе, не за деньги играл, так по фану. I didn't play for money, just for fun. Все, Чакану все отдаешь? Ну, не все. Give all for Чакан, not everything. Ну ладно, мы с призом, okay, конечно, разберемся. Ну, в общем-то, спасибо 100%. Вам большое за участие. Anyways, thank you guys. Thank you guys a lot. It was awesome finale. Последнего, что Димон, может как-нибудь там... We're thinking like Димон, maybe somehow get to the... Центром, но тогда у Энтера были все шансы. But Энтер would kind of... Вообще, ну, абсолютно, я думаю, абсолютная бы победа была, а так... Get an absolute victory. Получился просто... But it was quite equal finale. Поднещик, спасибо вам большое. It was extremely stressful, so thank you guys. Наверное, давайте прощаться. So, yeah, we have to say goodbye. Со всеми. Давай. Да, давай. Давай. Всем пока, всем удачи. Bye-bye, guys. Good luck. Хорошего вечера. Yeah. Have a good evening. До встречи. And see you guys. Next session. Вам, ребятульки. Thanks for all chat. Просто классный, классный. You were awesome. Классный турнир. Я реально очень рад, что... У нас получилось организовать данные. It was really nice to that we were able to organize турнира, all the tournaments. Что у нас это вышло, что у нас это вышло достаточно. Quite successfully. It was quite good. Я надеюсь, что мы сможем. I hope we'll be able to повторить. Repeat it. Данное мероприятие, конечно же, уже после DFVC. After the DFVC, but. Так что. Всем спасибо, ребят. Thank you all, guys. Спасибо за просмотры, кому за лайки, кому что. Thank you for watching, for likes. Записи каждой дуэли выйдут у меня на канале. All the records gonna be on my channel on YouTube. Quick 3D Frag и найдете все необходимое, все что хотите. So you gonna find it on Quick 3D Frag YouTube channel. И все, ребят, всем удачи. And всем до встречи. Thanks, guys. See you later. Всем пока. Bye bye. And guys, thank you for watching and. Go to our Discord server, Defrag 2.0, check it out, check out my game and stuff, leave some feedback, it's really appreciated. I also gonna end my stream here, so thank you for being here. Bye bye guys.